Короче, у меня словарный запас заканчивается, нет! Перед началом видео две вещи. Первое, звук в этом видео довольно-таки плохой, так что за это заранее извиняюсь. А вторая вещь, то что я немножечко, совсем немножечко неадекватен в видео. Ну а так, приятного просмотра. Сегодня мы поиграем в мини-игру Pillars of Fortune. Короче, это новая игра на Кубкрафте. Ну как новая, месяца три, наверное, уже ей. Ну, в общем, давайте попробуем. Игра довольно-таки интересная. Суть игры в том, то, что ты как на одном блоке. Ну, по сути, ты и есть на одном блоке. Только здесь 8 игроков, и ты, естественно, должен их уничтожить. Убить. Я не знаю, что-нибудь, короче, сделать. Скинуть, да, что самое, как бы, большее в этой игре. Вот, у нас сейчас карта славы, кстати. Здесь есть разные карты, иногда там, ну, просто трава, иногда еще что-то. Короче, суть такова, суть такая, то, что я просто должен их скинуть, убить, я это уже, в принципе, сказал. И, в общем, давайте попробуем это сделать, допустим, вот таким вот образом. Нет, это не так! Здравствуйте, у нас вторая попытка, идиот, алё! Визор, ты чё тут? Не-не-не-не-не, я выживу, я профессионал. На, 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 на! На! Вы меня спросите, что это было, а я вам отвечу. Да, здесь появляется у этого игрока с неким шансом яйцо дракона, яйцо визора, либо вардена. Поэтому, ну, короче, удивляться не надо, вот дельфин. Ладно. Вот так. Иди сюда! На! Нет! Нет! Нифига себе, у него целый дом у игрока. Прикиньте, клетка жесткая. Короче, суть в том, то, что надо выжить. Просто выжить 5 минут. И все. Будет ничья, если останется второй игрок. Ну, короче, лучше, конечно, скинуть. Либо убить чувачка. Вот, короче, сейчас у нас здесь вот такая... Да вы чё издеваетесь? Ладно, он внизу, может быть, он нас не заметит. Короче, весело у нас здесь, весело, короче, да. Посмотрим, что из этого выйдет сегодня, да. Игра мне очень нравится, как и, в принципе, Кубкрафт. И Кубкрафт, на самом деле, сильно изменился с того момента, как я записывал последний раз. А последний раз я записывал аж в 22-м году Кубкрафт. По лаки-блокам, даже и лаки-блоки изменились там с обновлениями. Поэтому есть что здесь дописать. На самом деле, изменилось многое. Я думаю, что многие, ну... Об этом сейчас мало кто знает, потому что сервер, в принципе, ну, не с большим онлайном, сейчас всего лишь 1000 онлайна, да, это вам не хайпиксель какой-то, вот, хотя и на Кубкрафте раньше было сколько там, 1010, так, короче, блин, да мне как-то не везет, дайте блок, я его убью, дай, 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 блок, 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 так, сзади никого, не, мне именно лучше блок, мне лучше блок, не, это тоже фигня, дайте блок, ой, нихера себе, вот запомнил, опять, вы посмотрите, это подстава, блок. Тихо, я лучше еще один, нафиг надо. Не-не-не, не подходи, не подходи. А! Есть! Так, он выживет, потому что у него тотем, окей. Нет проблем. Так, у нас фейерверк, все праздник. Так, и скелетик, окей. Ой, я победил, ура! Ура, они как-то, Саш, выросли. Блин, на самом деле, самое обидное, то что у меня уже был готов ролик по этой игре. Но потом я посмотрел звук и понял, что это... Капец. Сейчас у меня звук просто идеальный по сравнению с тем, что было. В общем, да, у меня просто новый микрофон, если что, да. В прошлом видео я вам про это рассказывал. Так, ладно, я построю сейчас к этому чувачку. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Да я его скину, конечно, профессионально. Вы же знаете меня. В принципе, я думаю, вы и на стримы заходите. А если не заходите, то на стримы обязательно заходите, потому что они каждую неделю. Активность моя просто как... Я не знаю, как у кого. Активность просто дичайшая. Каждую неделю стрим от меня. Это вообще, это ну, как такое может быть, как бы, да? Так, короче, давай, ну ты скинешься. Давай, скидывайся. Все, спасибо, что поддался. Я тебе скину потом. Ну, что-нибудь там, 2 рубля. Ладно, все, шутка, шутка. Все, шутки в сторону. Это не так, все. Это все нормально. Игра интересная вот эта. Вот, и стримы мои тоже интересные. Хотя здесь вы можете подумать, что нет, но вы хоть попробуйте, да, зайдите на эти стримы и посмотрим, те, вообще, что за дичь там творится. Я всеми там ору, вижу, ну, короче, стандартная история. Вот, здесь я еще на роликах не такой веселый, я вам так скажу. Хотя сегодня обратная ситуация, потому что сейчас я записываю аж в 11
вечера это все дело. Поэтому, ну, что вы хотите от меня? Так, я ему блок сломал, отлично. Все, он теперь не подойдет. Так, окей. Тихо. Да блин, ну блин. Ладно, записываю ролик в 11. Ну, почти в 11. И я вам сейчас скажу, что первый ролик, который я записывал на своем канале, первый ролик в 2018 году, он тоже был в пол 11-го. Я помню, что я его записывал в это время. Прикиньте. То есть я никогда, по-моему, больше не записывал так поздно. То есть это вот этот ролик я записываю сейчас поздно, потому что, ну, я прям хочу уже записать. Пока у меня есть время свободное, я прям хочу что-то хоть записать. Опа, я его сейчас скинуть могу. Лучше мне этого, вот этого. Опа. Есть, минус один. Нет, ну умер. Ладно, ну умер. Ну, скинул хоть кого-то. Ну, все, не надо тут вот это. И, блин, ну вы вообще, конечно, ну хоть бы поддались бы мне. Ну, блин, ну для ролика снимаю тут все-таки, типа. Яня, тут самое сложное, даже не то, что там, ну, нужно там кого-то скинуть и так далее. Тут. Блин, как в эту игру играть? У тебя 5 минут и. Блин, капец! Меня просто скидывают, то какой-нибудь визор, то еще кто-нибудь. Короче, это жесть просто какая-то. Я надеюсь, какой-нибудь дракон еще сегодня попадется. Будет весело. Вот, я бы хотел бы Вардена запамнить. В принципе, у меня есть даже из прошлого ролика, который я так и не выложил, потому что там звук ужасный был. Я вам сейчас покажу кадры. Да ладно, это и есть Варден. Я сейчас настоящего Вардена сделаю. Ну-ка, давай, дайте блок один. Только нет, только... Дай. Варден заспавнится в Вардене, охереть! Долби его! Хаткок, все, жесть! Он... Охренеть! Так, опа, у меня назритовый шлем, отлично. Да, до свидания! Все, минус хер. Красиво. Окей. Вот это я, конечно, рушить не хочу, потому что, ну, понятно, я от этого умру, скорее всего. Либо куда-нибудь меня откинет вот этот эндер-кристалл, а мне это не надо. Но он чисто по приколу, по идее, здесь. Его вообще не обязательно трогать. Но, естественно, кто-то захочет. Это стандартная история, кстати, зомбяна. Ой, Юрок. Все, я буду всех в страхе держать. Вот, у меня еще фиолетовый флаг по цвету энда. Нет, не делай этого. Дурак. Не делай, я не хочу скинуться или еще что-то. Хотя я думаю, здесь нормально, окей. Тихо. Не делаешь этого? Все, нормально. Мне кажется, он это сделает. И это вообще случайно можно сделать. Если они будут дра... Что? Я думал, он баганул. Капец. Жесть. Эпик фейл. Так, не смей его взрывать. Пожалуйста, я тебя прошу. Дракон! Нет! Подождите, он... Это он заспавнился? Его заспавнили или что? Подождите, Крис. Или это... Или... Короче, у меня... словарный запас заканчивается. Нет! Нет! Я живой, я красавчик, потому что я профессионал, как бы, знаете. Вот. О, аксолотль плавает. Красиво, вообще круто. У меня шлем и еще один шлем. Если выпадет сейчас дерево, то можно сейчас сделать какую-нибудь броньку. Ну, или мечугу. Короче, посмотрим. Все, осторожно. Не-не-не-не-не-не. А, это аксолотль. Че я его пугаюсь? Все, отлично. Все, наконец-то хоть одну катку я продержусь какое-то время. Уже как-то, знаете, не стыдно. Вот. Не, на самом деле, я профессиональный PvP-шер, просто, знаете, ну, там... Так получается просто, да? Нет! Нахер! А я улетаю отсюда, пожалуйста! Египетская... Твою ж дивизию! Что еще мне не хватало в этой игре? Мы увидели всех трех боссов. Класс! Ну, за это чисто лайк, там, подписка, все такое, чисто, да. Цель у нас 400 подписчиков. У меня сейчас такая вот цель. Продвигаться дальше, да. Видите, я стримлю! Все на свете делаю, короче, ну нормально. Так, дайте блоки. Отлично. 5 блоков есть. Так, его скинуть? Майнкрафтера этого 725. Давайте его попробуем скинуть. И я его сейчас напугаю скримером. Смотрите, скример. Жесть, просто скин... Стива. Хаткор просто. Да. Короче, вы поняли. Короче, суть моего тут появления это просто красивые фразочки говорить.
Блин, ну я хочу просто закончить красиво ролик. Просто красиво закончить ролик. Зайти, всех расфигачить, победить и все. И закончить, типа, все так и планировалось. И опять ты, Майнкрафт, я ж тебя тогда скинул. Ты откуда тут опять появился? А, я думал... А. Окей. Ладно, он решил, как бы, удалиться с ролика. Но я считаю, что это правильное решение было. Мы с ним договорились. Вот, короче, давайте попробуем скинуть. У нас 6 игроков. Это что такое? Это что, тьма? Вау, ну все, я считаю, это капец вообще какой-то. Все, я их всех расфигачу, это 100%, господа. Товарищи, если что, туда прыгать нельзя, потому что там поставили по центру блок, то есть умрешь в любом случае, тут как бы, как ни крути. Портал, рамка портала, зачем мне это? Так, что-то оно улыбается жестко. Так, короче, давайте попробуем убить. Этого чувачка. Все, это последняя катка. Уходи. Все, все. Просто уходи. Да. Лягушка. Вау. Капец. Вот это жесть. Не, я лягушку, конечно, видел, но... Ну, я как бы знаю, да? Но выглядит она эпично, конечно. Эпично. Ничего не скажешь. Не то, что эти лохи какие-то тут, которые я сейчас на раз-два просто спокойно вообще на изи. Игра не в первый день. Тихо! Лягушка! Лягушка, если что, жива, поэтому спокойно. Спокойно. Лягушка, скидывай его. Скидывай! Давайте, давайте его! Скиньте его, скиньте! Давай! Давай, убей его, убей его! Давай, давай, красавчика, красавчика! За лягушку! За лягушку! Давай! Давай! Давай, давай, давай! Сюжет, хаткор, все, давай! Yeah! Хаткор, все! Все! Отомстил лягушка, красавчик! Просто посмотрите, какая она четкая! Вау, просто жесть! Ну, в общем, как-то так. Да, не знаю, как вам этот ролик понравился, не понравился. Мне кажется, просто какая-то дичь произошла. В общем, игра интересная. Снять здесь всегда есть что. И сегодня я еще вам объясню. То есть, эта игра, которая сегодня шла. У нас был режим обычный, то есть есть еще несколько режимов, например, когда лава поднимается, и у тебя есть там определенное количество блоков, то есть они появляются, и ты должен под тебя как бы подстраиваться вверх, чтобы лава тебя не забрала. И есть еще один режим, когда во все эти 10 слотов даются рандомные предметы, которые одинаковые у каждого игрока, и каждые 10 секунд они меняются. Вот, и там вообще интересно, то есть, в принципе, вещи все те же самые, и, ну, действительно непонятно, кто как ими воспользуется. Кто-то может под себя построиться, кто-то может к игроку, кто-то может их там сохранить и потом что-то там вокруг базу какую-то поставить. Ну, типа базу, вы поняли, да? За 5 минут, понятно, ничего не сделаешь толком. Вокруг там пару блоков поставишь и все. В общем, такая суть. Игра интересная, довольно-таки популярная. Она сейчас самая популярная на Кубкрафте, да? И, собственно, я думаю, что здесь я еще буду часто записывать. Я как бы, ну, не прощаюсь, естественно, да. И вообще буду часто записывать сейчас ролики. И это уже, знаете, не просто так я говорю. То есть это очевидно, что это теперь будет. У меня появилась возможность, у меня сейчас каникулы в целом. И, то есть, я могу это делать. И стримлю я каждую неделю, поэтому приходите. Пожалуйста, приходите. Будет интересно, стримы у меня не скучные. Сейчас довольно-таки качественные стали, я считаю. То есть, и в целом, ну, как бы, уже присутствуют какие-то зрители. Хоть у меня канал небольшой, но в любом случае, короче, весело, интересно и так далее. Играют там всякие пати. Короче, такая вот небольшая рекламка, да. Заходите, и все будет весело. Стримы каждую неделю. В общем, на этом все. Сыграем в следующий раз, я думаю, в Lucky Islands, может быть, еще во что-нибудь. Egg Wars, кстати, я уже несколько лет не снимал вообще, если что, у меня единственная часть была по Egg Wars, и она была на моем втором лайв-канале, да, у меня такой есть, туда тоже подписывайтесь, потому что я что-нибудь туда сейчас буду тоже иногда записывать, ну, что-нибудь интересное, может быть, карты, в общем, как всегда, потихонечку, но буду активничать. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Всем пока и увидимся скоро. Пока-пока.